Today is 22 of May 2010. We are on a flower square in the Lviv city. The first round in here start for Lviv in 2010. We will start 200 kilometers around Lviv. It's a monument flower. Коллега. Что? Коллега, говорю. Ну, за больших колеса. Как доехалось? О, отлично. 90 километров под дождем. Серьезно? По спина. Не то, что было. Проехало это 200 километров этих. За кем ехать? Буду знать, за кем ехать. Потому что местами там нет дорог, да? Ну, на карте. Нет.